Здравствуйте, в студии Артем Поттер, вы смотрите новости Колпинского района и сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс. Начался новый учебный год. На страже порядка. Патрульно-постовой службе полиции исполнилось 90 лет. 21-й рок-викенд. На Гаревом поле стадиона «Ижорец» прошел большой музыкальный фестиваль. Первый раз в первый класс. И не только. В районе начался новый учебный год. Торжественные линейки прошли во всех учреждениях образования. Школы Колпинского района открыли свои двери для 15,5 тысяч учеников. 1 сентября – праздник, который что-то значит для любого человека. Для студентов-первокурсников – день знаний, шаг к профессии и успехам в новой взрослой жизни. Для первоклассников – это начало большого пути, бесконечный мир знаний. Первый учебный день остается в памяти каждого. Я все время хотела школу, очень сильно, я любила ее. Хороший учитель, хорошие одноклассники. Ну, радость, счастье, что перешла в более старший класс. Но это всегда очень трогательный праздник, очень волнующий праздник. Каждый раз как первый класс. Я очень жду, что мои дети меня будут радовать, что они будут успешны, будет очень много пятерок. Вот. Ну, естественно, это очень большой праздник, и мы рады. Впервые за парту в этом году сели 1500 учеников. Каждому первокласснику подарили набор книг и приглашение на праздник в Ледовый дворец. Тема первого урока для всех классов была одна – 20-летие Конституции Российской Федерации. Накануне учебного года во Дворце творчества детей и молодежи состоялась традиционная августовская педагогическая конференция «Ориентиры современного образования. Шаг в будущее». Встреча началась с выступления главы администрации Колпинского района Дмитрия Кабицкого, который отметил, что в современных условиях образовательные учреждения должны стать центром творчества и информации, обеспечить детям интеллектуальное и спортивное развитие. В то же время перед педагогами сейчас стоит особая задача – передавать знания и одновременно не отставать от своих учеников. Образование не может отставать. Образование всегда впереди даже всех начинаний в государстве, потому что только опора на образование, на тех образованных выпускников, на тех образованных профессиональных учителей. Поэтому всегда образование шагает в ногу с любыми изменениями, которые проводятся в нашем государстве. Также на конференции педагоги обсудили вступающий в силу федеральный закон об образовании и связанные с этим грядущие изменения в жизни школ и детских садов. Так, образовательные учреждения должны будут обеспечить детям, обучающимся на дому, возможность дистанционного обучения, а детские сады теперь обязаны соответствовать образовательным стандартам для дошкольных учреждений. Понятно, что выполнить эти требования возможно только при наличии высокотехнологической образовательной среды. С 1 октября по Софийской улице можно будет ездить со скоростью 90 км в час. Просьба жителей Колпинского района об увеличении скоростного режима стала депутатской инициативой. Елена Киселева обратилась в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и управлению ГИБДД с этим предложением. Депутатский запрос был рассмотрен положительно. Чиновники приняли решение о целесообразности увеличения скорости на участке улицы от Кольцевой до Колпинского шоссе еще в январе. Однако время шло, а соответствующих знаков на дороге так и не появилось. Еще весной было, мне пришел официальный ответ, что да, вот то мое обращение, которое я сделала, оно правильное, да, что вот это ограничение скорости, оно искусственное и не соответствует имеющимся возможностям. Но в нашей жизни процессы все идут, к сожалению, медленно. И вот со мной теоретически согласились, да, а практически идет месяц, второй, третий, и шагов никаких не происходит. Поэтому в начале лета я во все структуры, которые обязаны реализовать наше пожелание колпинцев, обратилась повторно и в такой же более жесткой форме, что если все согласования пройдены, то когда здесь делаете. Повторное обращение депутата оказалось действенным. Специалисты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что соответствующие знаки появятся на дороге до 1 октября. Они работают на земле. Патрульно-постовая служба полиции обеспечивает порядок на улицах города. 2 сентября ППС исполнилось 90 лет. За трудовыми буднями полицейских наблюдала наша съемочная группа.
Перед выездом в город патрульные получают оперативные данные и ориентировки, приметы пропавших людей и разыскиваемых преступников, списки украденных из квартиры вещей. Все это полицейские прилежно записывают. Вдруг кто-нибудь или что-нибудь из этого попадется на глаза во время дежурства. Если наши колпинские местные ориентировки, то, естественно, у нарядов есть фотороботы, а может быть даже и фотографии, поэтому они разыскивают людей, разыскивают. Когда попадается, естественно, задерживаем и доставляем. Патрульные работают на улице. Их задача в первую очередь охрана общественного порядка. Они первыми оказываются на месте преступления или нарушения по вызовам граждан. Летом чаще всего приходится разгонять слишком шумно отдыхающие компании. Преступления очень много выявляются нашими нарядами, потому что они первые приезжают по вызову или видят, проезжают, что совершается преступление. Раскрываем и грабежи, раскрываем и кражи. Наркотиков очень много, задерживаем наркоманов, которые и распространяют, и употребляют. И любая маломальская кража, это все равно чья-то беда, и люди, естественно, хотят, чтобы раскрывались эти преступления. Охранять порядок нужно всегда, и никакой кризис на стабильность работы и уверенность в завтрашнем дне не повлияет, уверены инспекторы. Кроме того, работа важная. Артем Трунов пошел в полицию, чтобы людям помогать. Задач много, и когда все-таки получается и помочь людям, в том числе там преступника задержать какого-то, когда люди приходят, понимают, да по мелочам, там были ситуации, когда бабушка просила, просто кошка в машине застряла в соседской тоже. Именно вот эта благодарность как раз та самая, что делаешь, просто сделал свое дело, получил за это благодарность, и это важно, по-моему. В ГУВД Петербурга полиция Колпинского района на хорошем счету, а наша патрульно-постовая служба уже много лет занимает по городу первые места. Артем Поттер, Николай Васильев. Новости Колпинского района. Происшествия на колпинских дорогах в сводке пресс-службы ГИБДД. 26 августа по 1 сентября на территории Колпинского района зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 4 получили ранения различной степени тяжести. 28 августа около 18 часов 30 минут на Петрозаводском шоссе в районе улицы Южная, дом 35, установленный водитель, управляя автомобилем Nissan Тиана, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть мужчину. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. 30 августа около 20 часов 30 минут на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе произошло столкновение мотоцикла «Сузуки», который двигался по Петрозаводскому шоссе, и легкового автомобиля «Рено Меган». Водитель мотоцикла, мужчина 1989 года рождения, от полученных травм скончался. Информацию, способную помочь следствию в восстановлении истинной картины данных происшествий, просим сообщить в отдел ГИБДД или по телефону 469-3113. 21-й музыкальный фестиваль «Рок Уикенд» состоялся. С 2 часов дня до 10 вечера на Гаревом поле стадиона «Ижорец» звучала живая музыка. Выступали как колпинские команды победителей отборочных туров, так и известные петербургские коллективы. Гитарными соло наслаждалась Оксана Дроздова. Раз в год колпинцы дружно преображаются. Достают из шкафов футболки с черепами, штаны с заклепками и приходят сюда, на стадион «Ижорец». Потому что сегодня особый день. Сегодня рок-викенд. Рок-викенд верен себе и по формату, и по масштабности мероприятия. За день на стадионе «Ижорец» выступили 15 групп. Миджи, Правда, Рифма, Бьюисайд, Кинотаф, Нервы, Энимал Джаз, Бригадный подряд, Кукрыниксы и другие. Музыкальное направление все то же – рок-музыка. И ни зрители, ни участники не хотели бы в формате фестиваля что-то менять. Может быть, больше уделять внимание именно колпинским группам, потому что фестиваль начинался именно как колпинский рок-фестиваль. И у Колпина всегда очень много групп, и все хотят показать себя. И это здорово. Я когда-то был точно таким же, честно говоря. И я об этом не забываю. И уважаю каждый коллектив, который здесь выступает. Неважно, в начале, в конце, в середине. Я всегда приветствую. Это здорово. Парни, вперед. Несмотря на то, что рок-музыка объединяет всех участников, группы оказались не похожи друг на друга. Проект «Олимпийский» играет хэви-метал. Правда, рифмы – рэп-рок. А питерская группа «Площадь Восстания», например, вообще не может точно обозначить свой стиль. Мы не панки, и не хиппи, и даже, может быть, и не рокеры. В
том понимании, в котором, наверное, это воспринимается. Да? Мы люди, занимающиеся тем, что нам нравится, и это мы надеемся, что это называется каким-то живым творчеством. Площадь Восстания позаимствовали у панк-культуры, разве что прически. А вот бригадный подряд не стесняются заявлять со сцены, что играют панк-рок. И звучат они именно так. Принимая панковскую эстетику, не во всем разделяем панковскую этику. Вот. Мы не станем кидаться дерьмом со сцены, ей-богу. Мы интеллигентные ребята, которые скорбят глубоко в душе над тем, что происходит вокруг. А выливается это все в уровне вот этого веселого, интеллигентного стеба со сцены. Может быть, вот в этом мы панки. Организаторами этого фестиваля традиционно выступают чиновники. Уже который год администрация Колпинского района делает ставку именно на рок-музыку, проводя Open Air. И в итоге каждый раз получается именно тот фестиваль, которого колпинцы ждут целый год. Вы знаете, это стало некоторой тенденцией. Вот мы в Кировске играли тоже вот недавно, и там тоже это все организовала администрация, ну, мэр. И вообще, мне кажется, это очень положительно и позитивно. А вообще рок, ну, это же молодежь, это же драйв, это же суть. В рок-музыке редко появляются балбесы, которые поют про ничего. А вообще рок, он обилен всевозможными философскими мыслями. И дай бог бы, чтобы дальше любая администрация любого города это бы дело продолжала. Мне страшно никогда, как не будет лучше. Я раненое сердце. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин, Николай Васильев. Новости Колпинского района. Если у вас есть интересные темы для наших будущих сюжетов, звоните нам в редакцию по телефону 469-54-93 или отправляйте сообщение на наш электронный адрес kolpina@tvoyo.tv. В случае нарушения качества телесигнала и по другим техническим вопросам следует обращаться в диспетчерскую службу по телефону 703-77-10. Программа «Новости Колпинский район» выходит по вторникам и четвергам в 21:55. Повтор на следующий день в 8:15. Теперь наши передачи можно посмотреть и в интернете на сайте tktdefis.tv. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.